кто-то на Новый год мечтает о дорогостоящих гаджетах, ну а кому-то будет достаточно и грошовой игрушки, сделанной с любовью. О гаджетах прямо сейчас рассказывает Дима Старостенко. Всем привет! Этот выпуск я бы назвал супергеройским. Планету спасать, правда, нам пока рановато, а вот суперспособности точно не помешают. А какие? Расскажу прямо сейчас. Всегда мечтали о дополнительных руках, есть шанс их получить. Итальянец Федерико со своей командой создал весьма оригинальную перчатку. Уникальное устройство может увеличить количество рук своего владельца. Корпус устройства распечатали на 3D-принтере, а управление двумя кистями возложили на указательный и безымянный пальцы. Их движение позволяет сгибать и разгибать пальцы вспомогательных частей тела. Новый гаджет призван раздвинуть границы возможного. Устройство стоит немало – 1500 евро как минимум. Заплатив столь солидную сумму, покупатель приобретет инструмент, улучшающий качество жизни. Правда, каким образом, пока не уточняется. Сетевые юмористы уже иронизируют. Шутники говорят, что парой дополнительных рук можно быстрее печатать на клавиатуре или хлопать громче всех на концертах. Еще один полезный навык – держать сразу 3 стакана с напитками. Или проголосовать 2 руками вместо 1. Возможности безграничны, не так ли? И при этих словах где-то в мире грустит один молодой человек по имени Эдвард. Почистить зубы за 3 секунды – чем не суперспособность, а для тех, кто проводит утро в полусне – вовсе настоящее спасение. Проект новой автоматической зубной щетки уже собрал больше 50 миллионов рублей, а значит, первые поставки уже не за горами. Гаджет представляет собой своеобразную капу, чтобы покрыть сразу все зубы. Внутри установлено множество маленьких щеток, которые вращаются от небольшого мотора. Он обеспечивает скорость работы в 33 тысячи оборотов в секунду. Разработчики уверяют, почистить зубы можно всего за 3 секунды и даже меньше. В устройство загружены специальные алгоритмы движения щеток. Нужно только добавить зубную пасту в специальный отсек и вставить щетку. После чистки она помещается в специальную станцию, где происходит подзарядка. Насадка же складывается в отсек, где проходит дезинфекцию. Гаджет подключается и к смартфону по Bluetooth. Можно выбрать готовый режим чистки или выставить настройки вручную. Так что бегом чистить зубы. На старт! Внимание! Способность определять, когда в твой телефон подсматривает посторонний, тоже будет крайне полезной. Благодаря новым разработкам техника сделает это за тебя. Электронную защиту экрана вот-вот только представили мировому сообществу, а видео уже разлетелось. При помощи фронтальной камеры и системы контроля движений глаз смартфон быстро определит, что в него смотрит кто-то помимо владельца, и заботливо предупредит. Да-да, вот таким вот необычным способом. А мне бы маховик времени, чтобы быть в нескольких местах одновременно, успеть все за часик, а потом отправиться на заслуженную сиесту. Эх, мечты, мечты. Впрочем, уверен, что и эта технология когда-нибудь, да, окажется в нашей рубрике. Пока-пока.